Всем привет! Меня зовут Василиса Дованкова, и сегодня я снимаю новый выпуск «Отвечай или страдай». И это четвертый подобный выпуск. Я очень надеюсь, что вы уже все знаете, что будет происходить. Если нет, кратенько объясняю еще раз. Суть в том, что мне будут заданы 10 школьных вопросов. В это время я буду сидеть в какой-то очень неудобной, крайне некомфортной ситуации. Скорее всего, на меня будет что-то падать, либо буду падать я, ну, либо что-то еще в этом духе. Соответственно, если я не отвечаю на какой-то вопрос, то страдаю. Почему я не уверена, будет на меня что-то падать или буду падать я? Так это потому, что место истязания готовлю не я, а мои друзья, я называю их друзьями, операторы. И вопросы готовят тоже они. Давайте не будем затягивать, потому что мне уже не терпится увидеть, что со мной сегодня будет происходить. Вот только на канал на мой, пожалуйста, не забудьте подписаться, потому что мне будет очень приятно. А также на Инстаграм, где я часто спойлерю свои съемочки. И вы можете раньше других узнать, что я снимаю. А также там крутые фотки, сторисы, марафончики и так далее. Ссылочка на него в описании. Обязательно подписывайтесь, а мы погнали. Селес, выходи. Я рядом стою, что ты орешь-то? Так, знаете что? Я хочу в этом шоу с самого начала сломать систему. Ну, потому что я всегда проигрываю, поэтому я хочу сломать систему. Стой. Будет одна помарка. На шило садиться не надо. Шило нужно на голову. Нормально, вы мне приготовили, да? Я поняла, я думаю, что вы тоже поняли сразу, что происходит. Короче, 5 веревок, да, по стандарту опускается. Да. И разбивается об мою голову. А что там? Этиловый спирт. Серьезно? Да. Фу, ну, ребят, блин. Где вы достали? Сними, так вши передаются. Вши? Я мыл волосы, смотрю, у меня сколько перхоти. Она боится, что ты заразишься. А, так я сразу понял, да. Все, давай, надевай. Фу, блин, а где вы столько спирта-то достали? Пипец, он же тяжелый, судя по виду. Для этого шоу мы найдем абсолютно все. Спирт, бензин, незамерзайку, абсолютно все. И да, напоминаю, то, что у нас... 10 вопросов. 10 вопросов. 4 права на ошибку, если ошибается. 5-й, эта жидкость падает прямо и на голову, и шило делает свою работу, и она такая сырая-сырая. Василиса. Мокренькая. Мокренькая Василиса, yes. На каждый school question выделяется 30 секунд. Проходит 30 секунд, отвечает неправильно, мы отрезаем. А прикиньте, если вот так вот без звука поставить, это ты как будто рэпак читаешь. Ну нормально. Мой брат, тупо читаю я рэпак. Ребята, пока мы не начали, прямо сейчас пишите в комментарии: Василиса, победи. Нормальное выражение? Неважно, пишите именно так. Пишите: Василиса, победи, пожалуйста. А ты что за шлем ребенка? Скажите, где вы его взяли? У ребенка забрали. У ребенка забрали? Так, ладно, я не буду застегивать. Что ж, друзья, давайте начнем с шлема. Максимально неудобно. Я просто как идиот себя чувствую в этой фигне. Давайте начнем с ударного вопроса сразу. Только не география, но по-братски. География. Перечисли. Что ж, перечисли? Я одно-то назвать не могу. Перечисли. Все материки на планете Земля. Время пошло. Так, ну что? А Евразия, по-моему, сейчас смотрю. Ладно, Африка, Антарктика, Антарктида, Америка Северная, Америка Южная, Евразия. То есть 6, да, материков? Да. Уверена? Вы что, офигели? Еще 9 секунд. Да, да, подожди, что? Или Европа и Азия раздельные материки? А, Австралия! Итого 7. 7 материков. Так, все, время вышло, 7 материков, да? Вопрос, да, ответ. Ну? Произнеси 7. 7. Сидишься, что ты на меня наезжаешь? Ну, блин, я могла ошибиться, потому что Евразия — это типа отдельная Европа и Азия. Ну, то есть Европа и Азия — это 2 материка? Я сказала 7 уже, нет, Евразия 1. Ну, то есть Европа и Азия... Да все, ответ скажите, вы запарили меня. Материков 6. Все было правильно, но ты сказала Антарктика. Антарктики нету. В смысле нету? Если это Антарктида, а Антарктики нету. Арктика. Арктики тоже нету. Как ты хочешь сказать? 6 материков. Ну их же, я знаю, что 6. Так подожди, есть же сверху и снизу. Есть северный полюс, как есть южный полюс. Ну. Антарктида — это как материк. А Арктика — это часть южного полюса. Причем я же знала, что 6 материков, но я не могла понять, какой лишний. Явно не Австралия, типа. Она маленькая, но все равно. Ладно, иди режь. Сергей, отлично. Идем резать.
Блин, она точно выдержит и не упадет сразу на меня? Гарантий нет никаких. Отлично. Впрочем, как всегда. Что, каскадер, готова? Ну, давай. Мы на один шаг ближе к победе. Добро всегда побеждает зло. Давайте! Добро опустится на зло. Поехали дальше. Че ты там придумал? На самом деле, даже несмотря на то, что я неправильно ответила, я не могу не отметить, насколько же кайф сидеть на солнце. Просто как я счастлива, что наконец, как мы все счастливы, что наконец пришла весна, и съемки — это не страдание по определению. То есть даже если ты не проигрываешь, сразу страдаешь, потому что холодно, мокро, противно. Какой же кайф. У меня, на самом деле, у меня мозг хуже работает, вот когда ты в хороших условиях, мозг хуже работает. Мне кажется, у тебя в течение всей жизни мозг хуже работает. И мы тоже счастливы, мы продолжаем следующий вопрос. Мы счастливы, давай. Из серии «Астрономия». Да вы запарили самые предметы мои, брать не ходовые. Какая планета в нашей Солнечной системе самая большая? Время пошло. Самая большая? Самая, блин. Самая большая планета в нашей Солнце. Так, ну это точно не Земля. Марс гигантский. По-моему, Марс самый большой. Мужчина, да, с Марсом? А женщина с Венеры. Ну, либо есть еще вариант, что Юпитер. Типа, вроде он тоже большой. Я помню эту картинку, причем в учебниках во всех есть, типа, планеты по размеру. Короче, либо Марс, либо Юпитер. На что поставите вы? В Юпитере больше мух, поэтому он больше. Ну больше, нет, подожди, вопрос был не по количеству букв. Юпитер! А по размеру. Юпитер. Ну да, это правильно. Количество букв никогда не подводит. Третий вопрос с литературы, он очень простой, мне кажется, знает его каждый первоклассник. Ненавижу, когда с этих слов начинается вопрос. И дальше, назовите скорость ускорения падения свободного. Я могу прочитать вопрос? Да. Как звали няню Александра Сергеевича Пушкина? Время пошло. Няня Пушкина. Ты реально не знаешь? Радио. Ну да, я знаю. Родион? Почему бы не Родион? Подсказка, это была женщина. Да ладно. Ну пусть бы Арина Родионовна. Марина Родионовна. Нет. Ну да, ее звали Арина Родионовна. А ты сейчас, ну, то есть ты не знала, просто наугад сказала? Не, ну почему, что? Родион, ну его же не могли звать Родион. Я помнила примерно там. Так, ну ладно, давай. Я могу, когда надо. В завтрашний день смотреть. Не все могут. Вопрос из истории. История, готова? Еще хуже. Как назывались телохранители? Ивана Грозного, время пошло. А, опричники. 2 секунды 30 миллисекунд. Да, опричники. Опричники, еще у них были на конях эти метлы и головы собак. Трам-пам-пам. Минутка веселой истории. Да, что-то у нас Василиса очень много отвечает. Разошлась. Поэтому вопрос возьмем мы из географии. Да ну мать вашу, ну что ты? Вот всегда, когда ты начинаешь выигрывать, происходит это. Столица... Нет! Дания! Ненавижу столица вас! Столица Дания! Скотины! Дания! Так, Дания! Даже твоя сестра младшая знает! Подсказывай! Нет! Давай! Нет! Даш, я тебя из дома выселю! Ее не Даша зовут, ее я зовут. Неважно. Так, Дания. Блин, Дания, Дания. Дания, Данил. Дания. Ну я не помню, я же учила почему-то все слова. Дания. Все, время вышло, твой ответ. Ответа нету, мы идем резать. А, столица Дании. Все, нет ответа, да? Да. Столица Дании, Копенгаген. Без вариантов. Всем моим зрителям из Копенгагена большой привет. Я не знала о вашем существовании. Это неправда, я вас очень люблю. Копенгаген круто! Ты уже отрезал, что ли? Да, я отрезал. Хо, как безболезненно. Идем дальше. Давай, пятый вопрос. Какой канал разделяет Северную Америку и Южную Америку? Время пошло. Канал именно? Канал, да. Канал, в смысле, нет. Первый канал. Так. Головной прибор. Где?
Мам, ты не знаешь, что... Слушай, что разделяет Америку и что... И Америку. Дети, на голове может все, летом. Все, 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 это уже была подсказка 5 секунд. Откуда ты знаешь это? Я же географ. Я думала, она мне что-то промошлем затирает. Панамский канал. Дэнь-дэнь-дэнь. Все, сейчас мы посмотрим. Просто ставьте хэштег «мама». Я знаю, что она геолог. Ставьте хэштег «мама географ» просто for life. «Мама географ», пишите в комментарии. Окей, вопрос из физики. Землетрясение. По какой шкале измеряют мощность землетрясений? Время пошло. Фак. Блин, один по шкале. 9 баллов по шкале. По шкале. По какой шкале? По шкале. Это твой ответ? Скажи мне, что я не права. Нажимай стоп. Да подожди, сейчас я, может быть, когда в новостях вспомнить надо. По шкале. Да отвали, не мешай, нечестно. Время вышло, все. По шкале. По шкале. По шкале. Какой? По шкале Рихтера. А, нет. Я думала, сейчас еще какой-нибудь знакомый ответ будет, вообще без варика. Это уже третья веревка, то есть у меня остается всего один шанс не остаться вымоченной в спирте, как бинтик. Ты уже его отрезал? Ты что так резко? Я ж не перевернул. А я хотел эффект неожиданности сделать. Мы тут видео снимаем, а не просто играем в игрулечки. Давай возвращайся. Седьмой вопрос. Седьмой? У меня что, одно право на ошибку, а сейчас только седьмой вопрос? Давай, хорошо, давай. Давай полегче. Легкий вопрос. Да. Окей. Такой, знаешь, для... Сторговались, давай. Для второклассника. Давай, давай. Как называется вода в твердом состоянии? Время пошло. Меня вообще удивляет вот эта разница вопросов. То ты спрашиваешь про ускорение свободного падения, то про то, как называется вода в твердом состоянии. Легко. Вода в твердом состоянии. Я про это говорю, конечно, легко. Лед. Просто почему такие разные вопросы? Что-то посередине нельзя? Чтобы самооценка твоя поднималась. Конечно, ронял ее до этого, как Запад. Я роняю вашу самооценку, пишите в директ. Недорого. Восьмой вопрос. Давай еще один, на три вопроса целых, давай еще один полегче. Давай. Из чего делают изюм? Время пошло. Из винограда. Где были эти вопросы? Ну, ты сказала легкий, я тебе задал легкий. А так можно было? Да. Давай еще один легкий. Осталось два вопроса и две веревки. Давай так, смотри, вопрос будет сколько процентов. И погрешность допустима плюс-минус 2%. Примерно какой процент поверхности Земли покрыт океанами? Просто почему все эти вопросы, как будто методичку моей мамы открывали, реально. Ну да, мы с ней, она теперь в нашей команде. Океан, ну это точно больше 50%. Так, такой устраивает ответ. Океанами покрыты или суши? Ну ты назови число, а погрешность... Океанами покрыты? Да. Ну больше 50% это точно. 5 секунд осталось. 65. Сейчас секунду дойду до конца. Да можно останавливать. Да, все, 60... Сколько, 5? Ну да. 71%. 71? Да, погрешность 2. Пойдем. О-о-о! Вот сейчас уже было страшно. Ребята, сейчас будет мой коронный вопрос. Идем, Сергей. Чтобы Василиса не убежала, так как она уже знает, что сейчас не отгадает, мы ее обмотаем серым скотчем. Да пошли вы в жопу. Ну просто нормальная игра вообще. Вот прикиньте, вас так приглашают в гости поиграть там на день рождения, или может просто друзья приглашают, а потом такие, а давай мы обмотаем тебя скотчем. Почему бы и нет? Вот же скотина, а? Давай, задавай вопрос уже, давай страну. Давай, столица Франции. Нет. Угу. Какая сейчас столица Югославии? Сейчас. Босния и Герцеговина. Сараево, попробуй. Попробуй Сараево, сколько букв? Сараево, это твой последний ответ? Ну, у меня, я других, собственно, и не знаю. Да, Сараево. Нет, вообще близко была Босния и Герцеговина, действительно. Но дело в том, что страны Югославии сейчас нету.
Ну, я знаю. Это вопрос с подвохом! Да, это был наш фирменный вопрос. Я вас ненавижу. Ну, в смысле, я знаю, что я думал, типа, ты так условно выразился, сам не знаешь, что такой страны нет. Ну, типа, понятно ведь, где это? Правильный ответ, Югославии сейчас уже, к сожалению, нету. Ну, Сараево существует. Сараево существует. И это столица. Прекрасные люди. Политик хренов. Ненавижу вас, Югославию. Ой, в смысле... Нет, я не это хотела сказать. Вас я ненавижу. С Югославами все в порядке, в отличие от вас. Я буду держать шлем, короче. Блин, ну все, ты можешь хотя бы до трех досчитать, там, типа, мне стрёмно. Что? Что? Она что-то застряла. Сань! Это божий промысел! Я свободна! Иди сюда, нахрен! Подножку ставь ей! Бежим, бежим! Боже мой! Фу, как это воняет! Ты классный, да, шоу? Классное было наказание. Все, давай мириться. Все. Все, ты не держишь нас зла? Все? Все, слезь. Все? Да. Не будешь драться? Нет. Точно. Ладно, все, вставай. Хочешь еще наше шоу в следующий раз? Не знаю, только если подписчики хотят. Если вы хотите шоу, пишите, мы его сделаем, мы сделаем еще интереснее. Да не умри, главное, сейчас от сердца, от остановки сердца, то мы сделаем еще... Блин, несмотря на то, что мне дико бомбит с этого шоу, все равно, если вы хотите, чтобы мы снимали его еще, на самом деле, я тоже хочу, давайте собираем 30 тысяч пальчиков вверх. И мы сделаем еще круче шоу. Смотрите на эти алчные глаза. Я вас очень люблю, спасибо, что посмотрели. Пока.